экологический конкурс от компании «Телесеть» продолжается. На этот раз участник не один человек, а целый дом в микрорайоне Кукисвумчор. Его жители руководствуются девизом «Быть полезным дому – значит быть полезным обществу». На Комсомольской 14 всегда полно детей. Все дело в площадке, которую двор выиграл несколько лет назад. Но конкурс конкурсом, а планку, звание лучшего двора, надо держать. Например, жильцы решили встретить весну во всеоружии и сделали генеральную уборку, чтобы солнечным денькам радоваться на сухой площадке. Вручную перелопатили более 100 кубов снега, плюс подключили погрузчик. Результат налицо. А соседи вообще все отвлекаются очень хорошо. Даже когда приезжает погрузчик очищать без объявлений тут дорогу, стараются все выбежать и прямо вот убрать машины по сторонам, чтобы хотя бы какие-то минимальные площадки им под машины все равно очистили. А еще также дружно жильцы поддерживают чистоту, борются с хаотичной расклейкой объявлений, установили урны. Уют во дворе создают самодельные лавочки и таблички. Кстати, внутри подъездов тоже чисто. Висят доски объявлений, горят светодиоды, которые потребляют в несколько раз меньше электроэнергии, чем обычная лампа. А еще автовладельцы пользуются электрообогревом, что способствует снижению количества выхлопных газов. И последнее. Бич любого двора – продукты жизнедеятельности братьев наших меньших. Как напоминание нерадивым заводчикам четвероногих, специально заказанные таблички с перечеркнутой собачкой. И не только. Ноу-хау – это без применения химии на площадке, только обработка в летний, весенне-летний период столбов, для того, чтобы собаки не могли подходить, чтобы им это не нравилось, ходить на песочек. Александр уверяет, отпугивающие собачий нюх средства безопасно для детей. А именно они, дети, украшение Комсомольской 14. Именно для малышни стараются взрослые. Хотят, чтобы было безопасно, уютно, красиво. Людмила Анатольевна у нас огородник. Она всегда цветочки рассаду высаживает. Тут она уже их посадила, всю эту рассаду. Весну она уже все в колесики мы, всю рассаду. Земельку она с огорода привозит. И все мы сажаем цветочками, все клумбы. И вокруг детской площадки тоже самое колеса. И там у нас земельнички, там цветочки у нас. Ну а дети чувствуют, когда им рады. Эти эмоциональные барометры в разноцветных курточках невозможно обмануть. Поэтому ребятня, видя старания пап и мам, безапелляционно утверждает. Да!